Между тем, ситуация с коронавирусом в Казахстане стабилизировалась, а прирост заболеваемости за последние две недели не превысил 7%. Такое заявление сделала главный санитарный врач страны Айжан Исмагамбетова. Она сообщила, что больше половины зараженных COVID-19 в апреле обнаружены в ходе профилактического тестирования, которое направлено на выявление скрытых очагов инфекции. А что касается карантинных мер, то они позволили избежать резких подъемов заражаемости, снизить нагрузку на отечественную медицину. Высказалась Исмагамбетова и относительно вопроса о возможности бесплатного тестирования населения. На сегодня бесплатный тест предусмотрен в первую очередь, это, конечно, больные, лица контактные с ними, лица с признаками ОРВИ и пневмонии и группы риска, которые мы определили. Это лица с хроническими заболеваниями, беременные женщины. Далее это сотрудники организаций, которые обеспечивали деятельность городов, регионов в период карантина. Это сотрудники силовых структур, то есть Министерство обороны, Министерство внутренних дел, других. В первую очередь это, конечно же, еще и медицинские работники. Таких групп на сегодня у нас определено 16, которые подлежат профилактическому тестированию. Айжан Исмагамбетова также объяснила, что цены тестов на выявление коронавируса регулирует рынок, а не Минздрав. Этими объясняется их высокая стоимость. По ее словам, любая частная лаборатория может проводить тестирование на коронавирусную инфекцию. Но для этого следует подать заявление в Департамент контроля качества безопасности товаров и услуг и получить разрешение на оказание медицинской услуги.